При этом движение ощутили, как взяли управление, да, какое сильное управление сейчас идет, можете и телом ощущать, но это вторичное, как бы первичная, очень красивая планета, просветленная, движется против часовой стрелки по линзам. То есть вот светлая оптика счастья в управлении – это первично. А то, что, а те ощущения, да, это как бы следствие уже управления. So we see that the vision seeing glowing, normalized, enlightened planet moving across lenses, this is the primary level of the control and the status and the feelings that follow that vision, that's secondary. Когда мы воспринимаем, да, движение управляющего импульса против часовой стрелки по линзам прибора, мы не забываем воспринимать, что вот этот свет, эта оптика, этот образ, который движется по линзам, это и есть решение вопросов каждого человека, спасение всех и каждого индивидуально. So we move across lenses with this vision or the glow of norm, and we know that this is the solution to every control goal of every individual and also of every individual in the plan on the planet. Когда у нас получается вот так воспринимать душой, что, несомненно, да, вот именно вот этот свет, это и есть решение для всей цивилизации, для каждого сразу отдельного человека, то на это состояние души реагирует тогда политическая сфера. So when we perceive this like that, that this glow represents norm for every individual on the planet, then to this control, the sphere of political control responds. Мы знаем, что политическая сфера – это идеологическая сфера Бога, это его идея о вечном счастливом мире. So we know that political control is an ideology, idea of creator about the eternal happy world. И получается, мы реализовываем его идеи, то есть мы с ним как бы в одной политической партии. So this means we are in the same political party with the creator. Мы делаем политическое управление, так же, как и Бог непрерывно всегда делает политическое управление, то есть идеологическое. Here, what do political control like creator does? He always is working on political control. This means ideology. И тогда вот образ просветленной планеты, которая у нас движется против часовой стрелки, это сфера политического управления. So then, this planet, which is moving across lenses, this is the sphere of political control. А это самое быстрое управление. And this is the fastest control. Потому что то корневое сияние, которое мы выделили, которое движет образ планеты, это одновременно свет души в бесконечности. Оно мы как бы оттуда и выявили, да? И мы когда еще душой воспринимаем, что вот эта оптика, это и есть это решение. Все, у нас сверхскорость одновременно свет, который движется против часовой стрелки по линзам, и одновременно отслеживаем свечение души в бесконечности. So here, as we move across the control, glow of the control against lenses, at the same time we see glow of our soul on the infinity level. И тогда мы имеем как прямое управление, так и
по линиям политического управления, вот у нас планета движется, да, мы в ней видим линии политического управления, которые достигают каждого человека, и к каждому, как Бог с добром приходит, приходит вот информация программных пунктов политической партии «Друг». So, and as we move across the sphere of political control, it is like Creator comes with the goodness to each person. Here we see the realization of every program item in the that belongs to a political party group. И у людей открывается восприятие счастливого развития мира и человечества, восприятие счастливого решения своих частных задач. And the people have this perception of a happy development of their private goals. И мы при этом не устаем наблюдать вот это счастье мира, когда при любом стечении обстоятельств ядерной кнопки не отжимаются, мир безопасности, вот, который движется против часовой стрелки по линзам. And here we follow the development of happiness of the world, where no matter what, how events evolve, the nuclear atomic catastrophe doesn't happen. И в этом же свете, который движется против часовой стрелки по линзам, открываем следующий уровень заключения. Открываем свет уже реализованный. Вот выделяем свет уже реализованного события. So, and in this glow, we also see the glow of the realized event. Заключение необходимого количества сублицензионных договоров на использование программы обучения учению Григория Гробового. The conclusion of enough sublicense contracts for the utilization of the training programs of Grigory Grabovoi. С использованием прибора развития концентрации вечной жизни ПРК-1У, With the use of the device PRK1U. с использованием групп приборов развития концентрации вечной жизни ПРК-1У, And with the use of a combination of devices. PRK1U. для быстрого и точного изменения ситуации в мире в направлении обеспечения вечной жизни всем. For the fast and the precise changes of the events directed to the assurance of eternal life for all. Григорий Петрович говорит о том, что на сегодняшний день это единственный вариант, который быстро и точно изменит ситуацию в мире в направлении обеспечения вечной жизни всем, заключения необходимого количества сублицензионных договоров. Григорий Петрович says, at the moment, this is the fastest and the best way to achieve kind of the task is the conclusion or finalization of enough sublicense agreements. On the use of devices PRK1U. Он говорит, сейчас это единственный способ, который позволит изменить ситуацию в мире быстро и точно. He says this is the only way to get to change the situation in the world fast and precisely.
Поэтому мы с вами выявляем свет уже того количества необходимого приборов. Вот необходимое количество есть, да? В будущем это есть. Это еще только в будущем. А мы работаем, вот оно. Мы видим свет этого необходимого количества приборов. Он у нас движется, планету движет против часовой стрелки. So here we need to see that that glow of the devices, the enough devices of is moving across lenses on the device. Пусть это приборы даже будут еще созданы только в будущем, но функционально они работают уже сейчас, когда мы этот свет будущего реализовываем в своем управлении через прибор. So even if these devices will be built somewhere in the future, but the glow of this device is already can be perceived in this control. Поэтому, когда мы с вами выделили свет уже не реализованного необходимого количества сублицензионных договоров и продвигаем против часовой стрелки по линзам, мы с вами прямо сейчас это делаем. Быстрое и точное изменение ситуации в мире, направление обеспечения вечной жизни всем. That's why we concentrate on this glow, which is the fastest and the precise changes of a situation in the world directed to the assurance of eternal life for all. Вот мы смотрим, какое это счастье мира, да? Когда вот уже необходимое количество приборов работает, как планета развивается, какое коллективное сознание, уже негативная информация, уже это такой свет, который уже не пропускает вообще никакое противодействие, никакую негативную информацию. Он не дает ей возможности совершенно никакой реализоваться. So we see what kind of glow it is and what kind of world it is, where in this world the glow of norm doesn't let any negative information to go through into the reality. Вот такой свет мы прямо сейчас реализовываем, работая с прибором, который не пропускает вообще никакого негативизма. So we are working with this kind of light, which does not let any kind of negative information to pass through. При этом создаются условия для людей информативного поиска, что придет информация, что есть такая возможность такого образования, возможность спасения, возможность применения приборных технологий для спасения. So we see that there is a possibility to create the devices, the technologies like these kind of devices related to this goal of the control on salvation for all. И мы смотрим, да, что так условия такие, что людям доступна эта информация, и уже сейчас те, кто в будущем еще только приобретут, заключат договор, будут работать с программой обучения, с прибором, уже сейчас этот свет в их жизни работает, восстанавливает здоровье, события, свет будущего работает. So we see that the glow of the future, which is the glow of norm, is already working for people, restoring their health, restoring their events, although that future is only in the future. But glow of the future as a norm is already performing the normalization work.